На стадионе «Красная звезда» сегодня звучат фанфары в честь торжественного открытия чемпионата и первенства Сибири по тэквондо МФТ. Турниры очень представительные. Более 800 спортсменов из 11 регионов Сибирского федерального округа соперничают за чемпионские звания. Такой интерес к этим состязаниям говорит об их высоком уровне. У нас очень много соревнований, очень большой выбор, поэтому спортсмены выезжают только на самые организованные, самые интересные соревнования, где есть очень хороший спортивный уровень, где много участников, есть с кем посостязаться, чтобы повысить свой уровень, где объективное судейство и где, конечно, гостеприимство. Вот всему этому Омск соответствует в полной мере. На Даянге вышли спортсмены разных возрастов. Мастерство участники демонстрировали в комплексе, который называется «Туль», измеряли силу удара, а также разбивали доски. Так можно оценить, сколь сильны выполняемые спортсменом удары. Также тэквондисты сошлись в спарринге. И это самый ответственный, оттого самый нервный момент любого турнира. В первую очередь победить, наверное, страх, когда выходишь там против тебя. Бой серьезнее тебя, и внутренний страх все равно есть, и надо себя побороть, чтобы выйти и победить. Получается? Иногда да. В ближний бой выпускали не всех участников. Были такие, кого не допускали к спаррингам. Юные спортсмены только начинают свой путь. И у кого-то получается действительно, у кого-то чуть хуже. Но тем не менее, это начало их пути. И они уже соревнуются как взрослые. За исключением со всех юных спортсменов, которых мы не допускаем до спарринга. Спарринговаться они начинают с 10 лет. А мячи были настроены решительно и сумели таки главный трофей турнира оставить в Омске. Команда региона празднует победу. Второе место у новосибирцев, третье завоевала Бурятия.